Кохма станет первым городом региона, в котором появится общественная приемная губернатора. Об этом горожанам лично сообщил сам Павел Коньков. Приемы граждан будет проводить и в РИО губернатора лично, и его доверенные лица в муниципалитете. Все жалобы будут рассмотрены, болевые точки устранены. Чуть позже подобные приемные будут созданы в каждом муниципалитете. Думаю, что в крупных муниципальных образованиях типа Иваново, там Кинешма, их будет не один, потому что невозможно одним человеком охватить. Я буду проводить и личные приемы в пределах возможного времени. Кохма, потому что просто совпало, человек здесь был подобран, сегодня встреча. Но я думаю, что совсем неплохо, чтобы представители общественности в лицо увидели человека, который будет представлять здесь губернатора и от его имени вести прием.